City Mall. В общем, здесь будем сегодня делать обзор. Это у нас 4-й этаж. Пойдем сначала круг пройдемся. Так, здесь у нас Californication Pork and Balls. О май дог. Маленький блогер. Его обязательно нужно показывать, потому что он без этого никак. Первый раз мы ели. Вот, един самый, да. Мы здесь, кстати, кушали. Мы здесь кушали, нам очень понравилась и подача, и вкус вообще было классно. Хайгао. Потом были еще раз, но что-то не то. Матери Чак. Вот там, видимо, мясо, в общем-то. Мята, мясо и все. Чак Фэмили. Там просто пространство для посиделок. Вон еще синабон есть. Да, вон синабон. Фарш Новикова. Медийное место. Отстойное место. Да, медийное место отстойное. Карл Джуниор. Обычная стандартная сеть. Так. Что у нас здесь? Обычные пончики, короче говоря. Фан... of donuts, кофе и пончики. Корейская кухня, дерьмок классический, итальяна, пицца, паста, блин, ну и вкусная точка, как же без нее. И кстати, я вам скажу, друзья, мне здесь нравится, вот я в Макдональдсе особо не ел, вот вкусная точка ем. Так, а здесь что у нас? Лавка теремка. Йогурте. А, мы здесь что-то брали. Да, действительно, мне здесь тоже не понравилось. Теремок. Экспресс. Десерт и все такое. Это йогурте. Вот такие вот. Всякие наполнители, пространство для места, KFC. Так, здесь Spimes. Spimes, я вообще не знаю, что это такое, но даже ничего не пытался пробовать. Вот оно. Блин, мне, кстати, кто-то советовал это заведение, но не помню кто. И забыли сахар. Ну, здесь мы обычно что-то берем. Не помню что, но что-то пока постоянно кушаем. Маленький блогер бегает. Да. Где? Здесь? А, вот она, да. Вон наш любимый. Самарканд, восточная кухня. Блин, ну, может быть, сегодня попробую действительно что-то. Самса классическая, лепешка и кутабы. Кстати, вот эти кутабы вообще вещь интересная. Вот. Здесь у нас пахлава. Бяо. Бургеры, стритфуд, короче говоря. И фарнитю романтик, да, суши энд рамен. Здесь я ел суши, очень-очень крутые, очень вкусные, молодцы, вообще классно. Пицца 22. Ну, такое себе. Мы там тоже кушали, мне не понравилось. Базар кебаб, а ну-ка. Кевар, базар кебаб. Ну, такое, видимо, грузинская кухня. У вас грузинская кухня, да? Турецкая, ага. Beer Addicts. Ну, короче, супруга решила выпить. Робби!
Веселый человек, классный, заряжает. Дальше, Футура. Ну, здесь выпечка. Бургеры, сэндвичи, вот такие вот кулички. Крафены с ванилью. Ау! Так, и здесь мы обычно кушаем, лепим, варим. Робби, иди сюда. К тебе придет? Да. Ходи либо с мамой, либо со мной. Здесь мы берем шубы, салаты всякие в дорогу. Ну, вещь классная. Кстати, баночку они отдают, они не перекладывают. Йода экспресс. Мы здесь что-то брали, да, бизнес-ланч какой-то, такой бранч. Интересно. Дальше. Бабагануш. Ну, вещь интересная, вкусно. Так, ну, нангон я уже показывал. Семь специй, индийская кухня, да, мы здесь тоже кушали. Но, мне понравилось. Так, здесь у нас мореброды, так и называется. Смореброд, видите? Мне не зашло. Здесь мамбел. Здесь я не знаю что, но надо будет попробовать продегустировать что-то. Итак, друзья, все, у меня обзор пройден. Поэтому сейчас пойдем блюдо заказывать и дегустировать. Ну и там еще есть на той стороне заведение. Ну, сейчас покажу еще. Так, ладно. В общем, мы заказали все это. В Сити Молле мы сейчас находимся, да? Разбираемся сначала то, что мы заказали, и сколько это стоит. У него куча бумажек, куча чеков. Давай начнем вот с первого. Мини-хинкали. Это у нас грузинская кухня. Стоят они 340 рублей. Кстати, это очень дешево. Это прям очень дешево и хорошо. Домашний хлеб вот такой вот. И соус чесночный просто на сметане классический. В общем, за весь чек 500 рублей. Это хорошо, нормально. Дальше. Карри. Креветка шримп карри. Это значит 730 рублей. Но это не дешево. Будем оценивать вкус и от этого будем отталкиваться. То есть 730 рублей это как бы богато. И что еще? Тут у нас ничего не понятно. Но я так понимаю, это суши. Так, и ролл. А, вот, ролл. Ролл сливочной бумаги. Тут так написано. А на самом деле он подается в рисовой бумаге. Авокадо, сливочный сыр. И фисташки я там вижу, и все такое. То есть по себестоимости уже чувствуется дорого-богато, да? И будем, конечно же, дегустировать. Ну и, соответственно, вот этот чек. Это у нас манты. Здесь три разных манты. Это тыква, говядина и еще какой-то. Курица, так понимаю. И кутап. Вот такой вот сыр брынзы. Блин, вот эта вещь, кстати, пользуется популярностью и надо пробовать. В общем, что, поехали дегустировать. Выбираем наши бумаги, они нам больше не понадобятся. Стол не двигай, пожалуйста, дружок. Так, начинаем с кутаба, да? Начнем с кутаба. Вот оператор мне подсказывает, начнем с кутаба. Тут все очень просто, просто берем кутаб. И просто наслаждаемся вкусом. Вот смазали чем-то маслом зеленым. Видно, что масло зеленое. Давайте я просто сверну вот так вот. И как шаверму его откушу. Ну, во-первых, сухо. Очень сухо. Начинки очень мало. Да. Я сейчас еще укушу с другой стороны, потому что, да, мы повернулись с другой вообще. Давайте вот так вот еще порвем ее. Ну, начинки на самом деле мало. Прям очень мало. Там. Начинки мало. На, оператор, попробуй. Да, на. Да. Так, все. Это мы попробовали. Вкусно. Интересно, но не хватает начинки, очень мало начинки, поэтому
сколько там, на что это, 100 рублей, наверное, да? Нормально, для 100 рублей. Тесто сырое. Тесто так и должно быть, да? Да, тесто сырое, вот супруге показалось, не супруге, а оператору показалось, это нормальное тесто. Так, берем вилку и пробуем наши манты. Национальная кухня Самарканда. И не только. Друзья, если вы меня смотрите, всем респект. Ассаламу алейкум всем. Так. Тяжело открыть бокс, первого раза не получилось. Я начну с тыквы. У меня есть знакомая, у меня работает в ресторане, и она часто готовит манты, правда, в другой форме, именно с тыквой. Вот, и, соответственно, это, видимо, прям их конек. Тыква нарезана вот кубиком, лук кубиком, все здесь кубиком. Ну, не знаю, как по мне, не хватает каких-то специй с виду. Надо пробовать. Такой сладкий мант, прикольный. Зубками, зайка, бери зубками кушай, не надо резать. У меня здесь сын рядом сидит, мы снимаем с ним вместе. Вот, так, это вкусно. В меру такой сладкий, в меру соленый. По специям там no problem, но я говорю, мне не хватило. Я бы, может быть, что-то экспериментировал. Так, давай дальше. Это у нас... вот она, говядина. Это говядина. Смотрите, говядины много, прям очень много. Да? Но я пробую сначала без сметаны, потом, наверное, со сметаной. Пахнет свежо, вкусно. Блин, проблема в том, что они все холодные. То есть они горячими не подаются. Почему, не знаю. То есть либо поздно подали, либо остыли, либо нет подогрева у них, не знаю. В целом это очень вкусно. По специям все нормально. Классика, чисто европейская классика. Подается в узбекской подаче. Что значит узбекская? Ну, в виде манты, то есть вот то, что вы видите. Фарш классический. Ну, вкусно. Все есть, соль, перец, специи, все хватает. Очень тесто сухое, вот видите, прям видно по тесту. И, ну холодный, это вот такой большой минус, ребят. Вот. Это у нас фарш-микс. Это фарш-микс. Здесь вон бульончик уже чувствуется, это такой, как хинкаль. И здесь уже есть зелень. Там зелени вообще не было, здесь уже кинза пошла. Ребят, я не угадал, это баранина. И то, о чем я всегда говорю, баранина на вкус. И цвет, товарищи, нет. То есть это на любителя. Не все едят баранину, поэтому это вкусно, но можно лучше. Вот так. Я прям это со сметаной съем, потому что не могу баранину есть. Вкусно, вкусно, хорошо. Так, начнем пробовать манты. Смотрите, какие они прикольные. Мини-манты. Точнее, хинкали, ребят. Да. Смотрите, какие они интересные. Такие маленькие, классные, прикольные. Вообще, прям, ну, это интересная затея для детей. Да и взрослые иногда удивляются. Блин, тут тяжелые, большие тяжело сделать, а и маленькие еще тяжелее. Бульон классический. Вкусный классический бульон. Все, ничего больше. Пробуем наш... хинкаль. Это вкусно. И за счет того, что здесь бульон, это сочно. Здесь есть все. Даже прям вот очень много бульона. То есть я думаю, он здесь лишний. Если это, допустим, ребенок рассчитан, порция рассчитана на ребенка, то это много бульона. Но это очень вкусно. Да, это очень вкусно. Советую. Классно. Так, и они мне подали свою фирменную булочку к хинкалям. Кстати, вам сегодня надо.
пробуем булочку. Сказали, что пекут сами. Видите, какая классная, крутая внутри. Да, такая желтенькая, как будто готовится на желтке. Ну, классика жанра тоже. Здесь очень много чувствуется привкуса дрожжей. Вот, оператор тоже у меня просит. Дадим оператор попробовать. Нравится? Вкусная, мягкая, да, и чувствуется привкус дрожжей. Вот именно таких прям... Может, я, кстати, ошибаюсь, ребят, пишите комментарии, потому что, может быть, это не дрожжи, а какая-то сыворотка, да, там, или какой-то такой, какая-то такая интересная закваска. Но это очень вкусно и мягко, сочно. Класс, респект. Так, дальше. Пробуем индийскую кухню. Я прям в последнее время люблю индийскую кухню, и это очень интересно. Капусту я пробовать не буду, это такое нечто, импровизация. Вот это я не понимаю, что это такое. Соус на основе, по-моему, не то ли... Ну, обычные специи, в общем, микс специй каких-то, типа хмели-сунели, карри, наверное, порошок или что-то такое. Это сливки, не то ли вообще сметана какая-то такая, 10%. Вот это что у нас? Похоже, знаете, на такое запеченное яблоко, да? Чтобы вы понимали, это примерно груша. Это груша с добавлением специй. Давай, оператор, попробуешь? Давай. Это груша, да? Да, это груша. С добавлением просто тех же специй, которые вот... Нет, может быть, даже корица. И бадьян, или корица. Может быть, и вместе, да, действительно. Ну, это интересно. Интересно, вкусно, прикольно. То есть, я думаю, в сочетании со всем этим, как бы, я думаю, прикольно. Так, это у нас креветка. Сливки здесь. Паста карри, порошок карри, арахис. Это очень такое, ну не острое, это пикантное, но для меня это острое, потому что я острое не могу есть. Ну это интересно. Что здесь? Вот рис басмати. Рис басмати. Ну интересно, вот видите, он рассыпчатый, прям такой классный, крутой. Смотрите, как надо, то есть приготовленный верно. И добавили сюда тмин. Вот тмин, ну, мое личное мнение, он здесь лишний. Ну, вот такую лепешку подают, свою фирменную лепешечку. Пробую лепешку. Ну, прикольная такая. Обычная, честная, жареная на сковороде. Ну, прикольно. Так, ребят, давайте пробуем тогда все это вместе в сочетании. Смотрите, берем риса чуть-чуть, берем вот этого всего по чуть-чуть и пробуем все вместе. Вот капуста тянется, капусту я не особо хочу, но ладно, придется, если она сюда напрашивается, тогда придется пробовать. Интересно, вот этот вот соус из груши дает такой новый вкус, новый баланс. Классно, мне нравится. Но это большая порция, я бы столько не съел, поэтому отдаем это оператору есть. Оператор у меня тоже голодный, его надо кормить. Так, берем японские палочки и пробуем наши суши. Лишнее убираем. Палочки такие, знаешь, как будто их уже, короче, помыли, сложили и обратно запаковали. Так, что здесь у нас? Мини-шпинат, рисовая бумага, фисташки. И такие, видите, микс, я так понимаю, здесь, видите, семечко, вот, кунжут. Ну, как по мне, это интересно. Здесь у нас что, авокадо, креветка темпура, огурец, видите, айсберг идет. И сыр, все, и сливочный сыр. Интересно, давайте пробовать. Блин. Я сейчас пожую, скажу.
Короче, вы видели, да, как я долго жевал. Почему? Потому что рисовая бумага вот эта, как по мне, ее, видимо, чуть-чуть не додержали в воде. Такой влажности не хватило чуть ей. И она очень плохо жуется. Внутри все тает во рту. Авокадо, сливочный сыр, креветка. Это очень круто. Орехи. Орехи такой дополняют вкус. Но, как по мне, вот кунжут, он перебивает весь вкус. Поэтому не хватило просто. Просто не хватило. Не добили. Но это есть, можно, это вкусно. Это нечто новое. И ребята молодцы, конечно, что они экспериментируют. Да, попробуем соевым соусом, да? А ну попробуем соевым соусом. Прям возьмем вот так, макнем его туда. Нет, давайте вот так вот сделаем. Макнем прям туда его и попробуем с соусом. Опять, все вот рисовая бумага, которая все портит, реально тяжело жрется. Блин, ну не знаю. Это 700 рублей за ролл, ну, образно говоря, за вкус классно, за подачу классно. Но, ребят, рисовая бумага. А как в целом хорошо. Вкусно. Вкусно. Все. На этом у нас обзор окончен. Вот, это был City Mall, фуд-площадка. Я сюда езжу очень часто, и здесь меняются иногда проекты, новые появляются. И очень хорошо то, что вот эти проекты меняют очень часто, какие-то спецпредложения, какие-то новые новинки дают, новый вкус открывают, и это классно. Поэтому всем советую сюда ехать. Вот, ребят, до новых встреч. С вами был Пропаков Шеф, всем пока.